Сегодня я вам расскажу о воздушном надувном домкрате от компании Time Trial. Напомню, компания Time Trial — это производитель, уже как 16 лет производит разные продукты из ПВХ высокого качества. Так, посмотрим, что у нас есть. У меня есть надувной домкрат. Очень удобен в том плане, что его можно даже если можно хранить не только сверху, да, ну и снизу там, допустим, если у вас запаски нет, ну у меня в таком случае не получается. В общем, много места не занимает. Удобная упаковка. Следовательно, пневмный домкрат подходит для автомобилей и также внедорожников. На данный момент здесь D3, то есть чуть поменьше вес можно взять для автомобиля. Я имею в виду от 700 кг до 2 тонн поднимает домкрат. В данный момент здесь 1,5. Смотрим. Верхняя поверхность ребристая, специально сделана из полозьев, предназначена для днище, чтобы, ну, не проткнулось, никаких проблем не было, мало ли ржавое днище или еще что-то. Снизу специально сделаны полозья также из крепкого материала, довольно-таки все прочно, швы тоже сделаны достаточно, очень все хорошо. А полозья специально, чтобы не скользило, мало ли вы в земле, в яму в какую-то въехали, либо какая-то, ну, неустойчивая поверхность. То есть не надо никакие щепки, дощечки или еще что-то подкладывать. Ладно, друзья. Вот он такой красивый, приятный на внешность, чистенький. В комплекте идет автопереходник, паспорт и еще один переходничок стандартного плана. Ну и также паспорт. Также инструкция, как пользоваться им. Все довольно-таки просто, удобно. Ну, друзья, начнем накачку, собственно. Ну, я уже взял свой домкрат, более красный, уже такой потертый видно. Сами полозья для днища, что, да, удобно. И сделаны качественного материала сам домкрат. Ну и полозья снизу тоже довольно-таки тоже очень все прилично сделано. Ну, я уже давно им пользуюсь и очень часто, как вы заметили. Значит, устанавливаем домкрат подальше либо поближе. Но дело в том, что не нужно вставать на коленки и пачкаться, не надо ничего стелить, никаких ковриков, ничего не нужно. Просто взял, засунул и надул. В принципе, чем мы сейчас и займемся. На этот раз как следует надо было засунуть, чтобы воздух не проходил. Собственно, автопереходник собственного производства компании Time Trial очень удобен и применим не только в домкрате, также для надувания санок или ватрушек для зимы, сейчас очень актуально, ну и для лета. Так что, поехали. Вот, друзья, мы видим, что мы где-то на 50%, на 60% накачали, колесо можно уже, в принципе, менять. Все, в принципе, устойчиво. Вот, можно вытащить, достать, но мы на этом не остановимся. Вот, друзья, вот вам результат. Машину просто подняло, я не знаю, можно и заднее, и переднее менять. Очень удобно, очень практично. Не вылетел, полозья очень удобные. В том плане, что ничего не царапается. Прошу заметить, что бортики, если пластиковые, да, если чуть подальше его засунуть, тоже не будут затронуты, что очень удобно и практично. Теперь, ну что, мы поменяли колесо, поменяли второе, если не дай бог. К внедорожнику тоже это также относится. Теперь будем спускать. Одним нажатием руки. Нажали, спустили, достали.
Все просто. Главное, друзья, по сравнению с конкурентами, где она качается выхлопными газами, во-первых, газы выхлопные на холостую не качаются, то есть тебе нужно сидеть в машине и нажимать на газ, и сам себя поднимаешь. И не каждой трубе подходит выхлопной шланг. Либо бывают разные машины, либо треугольные, либо квадратные трубы. Тоже, ну не знаю, я считаю, что это нормальный выход из положения.